Ленинский район «Одна большая семья». И 10 сентября мы соберемся вместе, чтобы отметить день рождения своего родного края. Нас ждет большой праздник, который начнется с благодарственного молебна в храме Георгия Победоносца. По улице Советской пройдут трудовые коллективы районных предприятий и учреждений. В этот день мы будем чествовать заслуженных людей района, которые внесли большой личный вклад в его социально-экономическое развитие. На Советском проезде будет развернута выставка продукции районных предприятий. На сцене у кинотеатра «Искра» вас ждет концерт хоровых коллективов Подмосковья и гостей из Краснодарского края. Для самых маленьких готовит свою игровую программу «Любимец детворы» клоун Алекс. Любителей спорта на стадионе «Металлург» ждет захватывающий финал турнира по мотоболу. Кульминацией торжеств станет большой праздничный концерт с участием Стаса Пьехи, Алексея Глызина, Илоны Броневицкой, Алексея Чумакова, Игоря Бутмана, группы «Фабрика» и других артистов. Вечерняя программа завершится красочным фейерверком. Но праздник не закончится. В воскресенье, 11 сентября, на различных площадках Видного вас ждут интереснейшие программы и сюрпризы. Отметим праздник вместе. Приходите и не забудьте хорошее настроение. Здесь будут все.